боец из Турции Хусейн Талуе. Хусейн Талуе, представитель Турции, и вот начинаю рассказывать вам историю, что изначально Хусейн Талуе должен был боксировать не с тем человеком, с которым он сейчас будет сражаться, а с другим, но в итоге так получилось, но это на самом деле стандартная практика, когда кто-то из спортсменов выходит на коротком уведомлении, и привезли молодого парня, и Хусейн Талуе сказал: «Ребята, а это вообще профессиональный боец? Вы мне кого подсовываете? Да я же его убить могу. Может, я не буду с ним боксировать, не буду с ним драться?» Но, конечно же, эти разговоры остались неуслышанными, без ответа, и поединок обязательно состоится. By the way, he is also an Iranian kickboxing champion in K1 in 2015, 16 and 17. A true heavyweight according to the weight and height. Pretty experienced fighter with just one loss. Всего одно поражение пока что Хусейна Талуе. Now let's see the opponent. Боец из России. Адель Зарипов. Адель Зарипов. Да, Адель Зарипов представляет Казань, и, конечно же, все болельщики и симпатии будут на стороне Аделя. Мы видим оригинальную татуировку на груди у Аделя Зарипова, Супермен. А что касается его бойцовских качеств и его карьеры, то мы знаем, что это боец смешанного стиля, который выступал в том числе и на турнире М1, был замечен в Ингушетии. Так вот, именно Аделя Зарипова боится покалечить Хусейн Талуе, говоря о том, что это даже не профессиональный боец. Ну, говорил он так, по крайней мере. Но давайте посмотрим, чем все это в итоге завершится. Давид Зильберман. В углу у Аделя Зарипова. Да, вот несмотря на все вот эти высказывания, довольно уважительные соперники уже в ринге в отношении друг друга. Давайте посмотрим, что покажет нам Адель Зарипов, который, еще раз напоминаю, был призван на кратчайшем просто уведомлении в бою с опытным Хусейном Талуе. Посмотрите, какое начало от Аделя Зарипова. Look at
И посмотрите, попадает Адель Зарипов и падает уже. Падает Хусейн Талуев. После буквально первой комбинации в исполнении Аделя Зарипова. Адель Зарипов is a big sensation here. What a start! Да, неожиданное начало, прямо скажем. Удар ногой в туловище в исполнении Адели Зарипова. И Аделю, конечно, надо сокращать дистанцию. Он опять попадает руками. Зацепил Адель Зарипов своего соперника и падает. Как тяжело. Хусейн Талуи еле-еле поднимается. Вот это заявочка от Аделя Зарипова. Адель Зариповс hands. Gosh. Хусейн Талуи says he's ready to continue. Another knockdown, and it will be a victory. И, конечно, если сейчас Адель Зарипов, посмотрите, все, бой закончен. Менее чем за минуту три нокдауна оформляет Адель Зарипов. И он выигрывает у человека, который боялся убить оппонента в ринге, потому что называл его непрофессионалом. И вот к чему все это привело. Да, большущая победа, конечно, для Аделя Зарипова. К великому удовольствию местной публики. Еще раз напомню, что Адель представляет славный город Казань, где проходит турнир. По-моему, Хусейн Талуи до сих пор в шоке от того, что с ним случилось. Ну, потому что нельзя недооценивать своего оппонента, каким бы он ни казался молодым и неопытным. Адель Зарипов is the winner. Hello, Kazan. Спасибо за поддержку. Thank you for supporting me. Родные стены помогли. And you really helped me. This is it. Так же, как был кратким его бой, с победой. So, short word, just like the fight was.